В сети интернет еще сохранился материал, который был посвящен скандальным выходкам Аллы Пугачевой в 70-80-х годах. А еще многие читатели до сих пор припоминают и другой, не менее показательный случай, в котором бывшая российская примадонна выставила себя не в лучшем свете. Этот эпизод относится к астрологу Джуне. В своих многочисленных архивных интервью Джуна рассказала о том, в силу каких причин она всегда нелестно отзывалась о бывшей примадонне. Писательница, целитель и астролог в тот период была не менее популярна, чем Пугачева. Алла Борисовна очень желала видеть такую же знаменитость, как и она, на своем концерте, но их графики никак не совпадали. Тогда примадонна попросила поэта Илью Резника отдать приглашение Джуне. Ему известный астролог не смогла отказать, поэтому она лично пришла на концерт Пугачевой. Как затем рассказывала Джуна, после концерта Алла Борисовна практически в приказном тоне пригласила ее к себе в гримерку. Но за кулисами было много известных людей, которые хотели сфотографироваться с Джуной. Я не отказывала. А когда решила пойти в кабинет певицы, она крикнула: «Стой!». Потом повернулась ко мне спиной и стала разговаривать с другими людьми, вспоминала звезда. В итоге Джуна долго прождала певицу, а после этого обратилась к ее мужу Евгению Болдину. Тот сказал Пугачевой, что ее ждут. Алла Борисовна отвечает: «Я пела, танцевала, а фотографируются с ней. Разве это она примадонна? Примадонна в стране одна, это я». Тогда я развернулась и ушла, заключила Джуна.